Всем привет! Вот настало время проверки, так сказать. Я приехал, вчера мело опять, у нас каждый день здесь метет и ставил здесь. Я снимал, по-моему, на мочевой точке здесь, где мочился лис, ходил все время. Вот здесь вот я сейчас проскочил, вот он, я снимал, здесь он был, проскочил его. И он вчера с вечера, наверное, попался сюда, в капкан. И бьется все, сидит в капкане. Утащил недалеко, наверное, метра 3-4. Да не больше, наверное, около 10 метров, и все. И вот он, огромный лис, самец. Довольно-таки здоровый лисовин попался в капкан. Че, козлина, допрыгался? Всех, не всех зайцев поел, да? Попался вот в капкан, замотался за ветки. Все и зарыл здесь. В колено, насколько хватало. Запыхался он, рот раскрыл. Попался. Там дальше у меня еще капканы есть. Сейчас буду забирать. Заберу этого лиса. Честно говоря, ехал капканы уже снимать, потому что надуло. Вот видно след от буксировщика. Где-то сантиметров 20, наверное, снегу намело. Ехал я за ними уже забирать, снимать капканы. Сейчас заберу лиса и поедем проверять дальше следующие капканы. Вон он, лис. Копается, роет. Попался пальчиками. Не сильно. Ну что ж, буду забирать. Вот забрал, как я говорил, он попался. Вот так вот. Тремя пальцами. Попался хороший крупный лис. Сейчас поедем дальше проверять капканы. Этот заберем домой. Все, у него этот гадкий лис. Отломал от него язычок. Впрочем, тайге это болезнь. Все. Язычка нет. Ну что, поедем дальше смотреть. Там у меня еще стоят капканы. И еще сзади стоят капканы. Ну поедем смотреть. Может повезет, еще что-нибудь поймаем. Вот и все, проверили капканы. Попалась одна. Если честно, я даже не ожидал. Я хотел снимать капканы. Ехал, то что снег валит вообще сильно. Все следы, все замело. Даже не видно старых лисьих троп. То вот я что на память знаю, где мои капканы стоят, туда и ехал. Ну это вчера с вечера попалась. Посмотрю, сейчас мороз обещает. Капканы забирать домой не буду. Пускай стоят пока. И вот мороза начнутся. Попробую я поставить с лисьей лапкой. У меня есть лисья лапка сушеная, тоже так раньше ставил. Но сейчас вот в этом году, наверное, придется вот так ставить. Потому что капкан не достает. Это вот этот капкан большой. Тайга, наверное, номер 4. То он схватил ее за пальцы. То какую высоту еще надо? А остальные у меня тайга номер 2 или 3. Вот третий номер уже и то не достает. То, что первый день я приехал, было две сработки. След обваленный, но не хватало. Не хватало схватить именно вот за ногу, наверное. Я думаю, поэтому. Вот одна была зацепилась. Наверное, или за палец, или за... Короче, капкан валялся в стороне. Где-то около метра в стороне. Лиса сошла с него. Надежно, то есть не зафиксировал он ее. Надо пробовать ставить наверх. Не вслед, не под след, а сам след. Пробует раскапывать. И ставить. То, что снег валит и валит. Снег пухлый. Вообще снегу очень много навалило. За этих два дня, наверное, сантиметров 30 точно подвалило снегу. То буксировщик идет кое-как. Корыто он полное снега. Лесу задуло, пока сюда доехал. Ну что, будем прощаться. Следующую лисью проверку покажу, если будет чего интересного. Если как первый раз закрыто и ничего не будет, то я, конечно, не покажу. Ну что, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Будем дальше. В следующий раз сейчас поставлю с лисьей лапкой капканы. Поеду туда дальше по садам, по этим. И ближе буду ставить и туда дальше понаставлю эти же капканы. Ну все, всем пока.